В Люберцах продолжается фестиваль «Выходи гулять». Масштабное мероприятие организовали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Начиная с 7 января и по 10 апреля, каждые выходные в парках и скверах городского округа будут проходить развлекательные мероприятия для всех желающих. Подробнее о проекте нам рассказала начальник комитета по культуре Светлана Носкова. Еженедельно, каждые субботы и воскресенье мы приглашаем вас в наши скверы, в наши парки, в центральный парк городского округа Люберцы. Там для вас будут проходить анимационные программы, игровые программы, спортивные старты, аттракционы, концертные программы, театральные представления. Главные мероприятия состоятся в Центральном парке культуры и на Наташинских прудах. Также уличные массовые гуляния пройдут в сквере Победы в Краскове, в парке культуры и отдыха поселка Малаховка, в Томилинском парке сказок и на стадионе Балятина в Октябрьском. Жители смогут участвовать в ретро-танцах и мастер-классах, петь в караоке, кататься на лошадях, а также в собачьих и оленьих упряжках. Любителей здорового образа жизни ждет скандинавская ходьба. Дорогие друзья, все ваши детки могут совершенно бесплатно попрыгать на батутах, получить сахарную вату в подарок, поучаствовать в веселых конкурсах, а также обязательно приводить с собой бабушек и дедушек, которые будут с нами петь и танцевать. Все мероприятия фестиваля «Выходи гулять» будут проходить регулярно по выходным, вплоть до середины апреля. Расписание и время проведения смотрите на официальной странице Комитета по культуре в Инстаграм. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.